6 июня в Москве можно было услышать шепот стен. Необычный спектакль в рамках Чеховского фестиваля поставила дочка знаменитого Чарли Чаплина, а главную роль сыграла его внучка. Уже с первых минут спектакля «Шепот стен» главная героиня Аурелии Терье погружает зрителей в свой удивительный мир. В нем оживает все. То вдруг картонные коробки превращаются в запутанный лабиринт, то из целлофана рождается огромный монстр, и в какой-то момент становится непонятно, где вымысел, а где реальность. Каждая минута этой постановки – сюрприз для зрителя. Это словно одна большая загадка, которую каждый разгадывает по-своему. В этом мире гораздо больше нереального, чем мы можем себе представить, любит повторять Аурелия. Нужно просто оглядеться и прислушаться к шепоту стен.